только добро. Потом пойдем. Да. Вот. Короче, вообще пофигу. Я вот иду сейчас как дурак. Вот так вот, держу камеру, вот так. Понимаете, видите ли? И мне вообще пофигу все. Добро! Только добро! Все мороженое, странно. Я, блин, хочу мороженое, не могу. Я как ребенок. Если я увижу мороженое... Еще одно мороженое. Еще одно мороженое идет. Добро! Добро! Короче, мы, наверное, зайдем в торговый центр, да, туда лучше, в продуктовый магазин. Да. И мы купим много добра. Много-много-много-много добра купим. И пойдем. Ну, мы сейчас идем, правда? Пойдем. Ну, мы пойдем. Добро. Везде только одно добро. Ладно, ребят, отключаемся на 5 минут. Короче, мне тут Яна сказала, то, что когда она в академии, она очень быстро ходит. На заметку возьмите. Здесь все быстро. Здесь все, да, очень быстро происходит. Видите, время уже 7 часов, а мы уже весь день просидели в клевере, как бы. И время быстро идет, понимаете? Мы быстро идем, что мы идем, добро! А еще Яна сказала, что она ходит сюда с обкуренным Андреем. Вот, я не знаю, кто такой Андрей, конечно, но факт в том, что она ходит сюда с обкуренным Андреем. Добро! Мы в лесу. Лес. Кругом. Прекрасный лес. Девочка. Я на моем путеводитель сейчас, через 100 метров навигатор. Поверните, да, навигатор, налево. Вот, навигатор. Вернуть нужно налево. Добро. Везде добро. Эти ребята еще не знают, что они посетят на моем YouTube-канале. Вот так-то. Вот так-то. Грязь. Где грязь? It is motherfucker Russia. It is Russia. And it is okay. Где добро, видите? Люди, добро, ну это же добро. Добро, Луна. Смотрите, как я умею, ребят. Смотрите, еще одно препятствие. Давай. Раз, два, три. Да, но сегодня добро везде, не забывай. Добро. Привет. Я тебя снимаю. Привет. На камеру. Ты будешь на моем YouTube-канале. Ты крутой. Добро. This is Russian University for my English subscribers. So my this was in Russian. I'm sorry, but sometimes I will speak in English. Добро! Все добро! Yes, they're really very perfect and awesome like this. Мои кеды бедные. Я уже второй раз их буду стирать. Я помню это место. Ностальгия прям. Привет, ты классный. Видите, ребят? Вот как бы людям делаешь какие-то комплименты, да, вот.
А им вообще по барабану, они как бы не ожидают, то, что они сейчас услышат комплименты, потому что большинство люди злые. Вот, вот, вот так. Хочется смеяться, улыбаться, не хочется смеяться, улыбаться. Ой, ладно. Мы пошли играть в теннис. У нас сегодня чемпионат по теннису. Вот, короче, наш теннис. В общем, как бы настоящий друг, ребят, знаете, поделится вот этим вот. Когда очень мокрые на скамеечке, специально вот такие вот для двух булочек. Видите, такой пакетик, шикарный. Ну все, короче, мы начинаем есть. Сразу туда. И уже ничего-то не то немножко, да? Вот так вот. Гусичком-то. Гусичком-то классно. Мы, короче, сидим под дождем и ужинаем. Такой романтический вечер, в общем. С мужиками. С мужиками, видишь, как полно мужиков просто вообще. Там где-то бегает мой Бекхэм. Боря! Боря. Ребят, вы мне заплатите, я вам тут трансляцию делаю. Как-то видео. Ноги мокрые. Грязные. Короче, ребят, я не знаю, как вам, но мне